Памятные гашения конверта первого дня и почтового блока прошли одновременно в двух городах Кубани – Сочи и Краснодаре. Серия называется «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. Россия в чемпионатах мира по футболу». Погасить марки на сочинский главпочтамт пришли самые активные филателисты. В коллекции Юрия Иванова есть все марки, посвященные зимним играм в Сочи и Олимпиаде 80. Мечтает и о полном комплекте марок, выпущенных к Мундиалю. Это память о событии, которое будет проходить у нас впервые — чемпионат мира по футболу. Поэтому с удовольствием пришел на гашение марки сочинской. В мою коллекцию будут три марки. Марки, погашенные в день их выпуска, приобретают особую филателистическую ценность и пользуются высоким спросом среди коллекционеров. Специально для гашения были изготовлены особые штемпели. На их оттиске расположена надпись «Чемпионат мира по футболу. Первый день». Обозначены места гашения — Сочи и Краснодар, и дата — 1 октября.